Маша мне сказала: «Ромочка, нас по 5, а то и 6 лет учат играть вот так. А у тебя этих шорт нет. Поэтому играй, как чувствуешь, сердцем играй». И после ее фразы я начал потихоньку из этого зажима и ямы вылезать. А потом был признан, ну, вот буквально в тет-а-тет разговоре на гриме, Сергей Александрович сказал: «Слушай, вот эта сцена прям крутая, мощно, молодец». Я такой... А Сережа абсолютный адепт отечественного актерского образования. Да. То есть он не приемлет всякие зарубежные западные практики, типа 2 месяца курсов, месяц я занимаюсь конной ездой, месяц стрельбой из лука, все, я играю в вестерне. Так в Штатах.